Ой, красиво как. Бля, ну подвески нет вообще, мне так прилетает от. Куда, сюда? О, заглохло, заработала кнопка, прикинь. Бля, если я не ушатаюсь сегодня, смешно еду сзади. Нормально, ну бывает как-то всегда, но не все узко. Ну чё?
штуки. Что-то тут серьезно. Сам пердит там сзади на своем КДМчике. Ой, люди, знали бы, что в этом минчике ни хера не работает. Я, наверное, даже неплохо еду. Ух ты, дерево! Сюда. Красиво. Короче, в задней спице воткнулась вон та ветка. Морда! Русик, помоги, сломается! Черт! Спасибо, родненькая моя, свали ты. Все целое. Ничего не порвал, Лехи. Я тоже целый. Ой, я как увидел этот ров, я все равно не заехал бы сюда. В принципе, я, ну, правильно выскочил. Ё-моё! Что за карьер? Да. Да что за херня?
Сейчас я тут гимнастикой займусь. Фу. Скользко. Спрытный, як кот. Дык 35 годов уже. Ой, надо качаться. Вот Лёше было бы тут легко. Он конь, ну и ты конь. Ой, мои руки. Там опята видел, какие были. Как ты едешь? Давай попьем. Да что? Что? Как еще раз называется это? Топпи. Топпи? Да, на переднем колесе, когда поднимаешь жопу. Тут было бы не топпи. Тут был бы мордой по горе. Ну, давай. Понимаешь, я могу поднять перед, но тогда у меня нет силы одним пальцем держать сцепление. Я могу сцепление сжимать четырьмя пальцами, а поднять руль одной рукой я не могу. Желательно, да. Что он ведь? Не знаю. Эй, Руслик, ты хвост сломал. Оторвал. Убраться. Типа все, что ли? Че? Ну уже поздно, уже ж сюда. Русик, я его не подниму. Опять. Давай, вот сейчас точно можно будет на боку. Куда, в какую сторону? Или сюда его прокидывать? Чем прокидывать? Подожди, подожди. Стой, хвост! Бля.
Смотри, опята раз. Что? Опята вон. Ага. И вот тут сидят. У тебя прям. Надо хвост только поставить. Не заведется он сейчас? Нет. И в твой. Ну я бы заехал, я почти заехал. О. У меня подножки нету. Какой? На которой стоять надо. Офигенно. Рубан приваривал. А, наверное, там же упала. Она тут. Но ее нет. Она есть, но я не смогу уже на нее остановиться. Она обломалась. Ну, Рубанчик. Ладно, давай спустимся.